эвтаназия бездомных собак, которые проявляют агрессию. У нас в Алтайском крае такой появился закон. Вы за, против? Я против. А почему? Ну, потому что это живые души, их нельзя убивать. Надо больше денег, наверное, вкладывать в то, чтобы люди не бросали таких собак. Ну, я за, только гуманными способами. А не через повешение там или отравление. В принципе, да, конечно. Агрессивных собак нужно отстреливать. Против. А почему? Ну, потому что собаки, они же не виноваты, что их бросают люди. За. А почему? Ну, они бывают опасны для общества. Все-таки могут навредить. А вот не считаете ли вы, что усыпление – это скорее борьба со следствием, а не с первопричиной? Ну, скорее всего, да, со следствием, потому что ни в одной стране нету бродячих животных на улицах, как у нас. Ну и мало выделяется на содержание для приютов бездомных животных. Ну, по-моему, это неэффективно. Если бы люди нормально жили, они могли содержать собак и не выбрасывали бы их на улицу. Они агрессия – это естественное состояние, им же есть хочется. Ну а что делать? Ведь надо содержать их где-то как-то. А бродячие собаки, они всегда были агрессивными. Люди виноваты в этом, потому что они как бы плодят этих собак, потом выкидывают на улицу. Ну и следственно, что у них появляется агрессия, они грызут детей, ну и все в этом роде.